Хоккеисты Сибири могут узнать соперника по плей-офф до окончания регулярного чемпионата. По всем раскладам им станет казанский Акбарс. В руководстве лиги рассматривают два варианта развития событий. Первый, когда команды доигрывают по три матча, которые запланированы после Олимпиады. И второй, наиболее вероятный вариант, всем клубам засчитывают очки, набранные только в первых 45 играх чемпионата. Это минимальное количество матчей, именно столько провел автомобилист. Для сравнения, у Сибири же 50. Ну и в том и в другом случае наша команда останется на шестом месте, а казанская на третьем. А значит, именно Акбарс наиболее вероятный соперник в первом раунде.